Первая общеобразовательная конференция преподавателей греческого языка стран Центральной и Восточной Европы прошла в Одессе. Мероприятие состоялось в одесском филиале Греческого фонда культуры и собрало более сотни преподавателей из Румынии, Грузии, Молдовы, Азербайджана и Беларуси. Цель семинара – информирование учителей о современных тенденциях в преподавании греческого, презентации инноваций и лучших практик. Конференция состоялась при поддержке Министерств иностранных дел, образования, науки и религии Греции, а также благотворительной организации фонда Бумбураса. База всех научных знаний, философских, математических и так далее, происходит из Древней Греции. Для нас это значимо, для Украины, потому что у нас очень компактно проживают греки в Мариуполе. И вокруг 48 греческих сел, где у нас открыты там преподавание греческого языка. У нас в Мариуполе есть Мариупольский университет государственный, и есть кафедра, он единственный по Украине и вообще в Европе. Не так часто их встретишь.